Всем привет, с вами Клер. Сегодня мы поиграем в очередной хоррор. Давайте посмотрим, что там интересного. А это что? Это у нас холодильник с Подожди. Ого. Какой-то интересный эффект. И что мы должны сделать? Сейчас разберемся. Так, что холодильник? Поесть? Это что? Мозги, глаза. А чё, подожди, а я могу вот так, что ли, это что? В смысле, это что? То есть тут можно выбрать, смотрите, можно выбрать вот это, начать, а можно выбрать вот это, начать. Я пока не знаю, что, но давайте начнем вот это и начать. Для интереса, что это? For the of work, то есть работа охранника в пиццерии, что? Уже 11 вечера, мне пора домой. Серьезно? Это ФНАФ? Новый ФНАФ? Это что, глазок? Монетку? Вы подобрали четвертак. Алло! Бросили трубку. О, мы можем вон как? Это кто? Это, наверное, семья его. Чай. О, вот это можно тоже взять. Что это? Ну, возьмем. No Chappers. Это что? О, ребята, прикольненько пока. Я пока не знаю, что будет дальше, но так вроде бы прикольненько. Мы можем так зырить, да? Поближе 23.03. То есть мы 3 минуты уже занимаемся. О, я выключил. А я могу трубку положить? Во. Ого, как он запускается компьютер. А могу идти домой? Во, я могу. Ух ты! Я двигаться могу! Да это круче, чем ФНАФ! Это что? Осмотреть. Что осмотреть? Коробка. Двигать. Бросить. Там что? А там нету ничего. А зачем нам коробка вот эта? Подайте, подайте! Осмотреть. Какая интересная коробка. Ух ты! Двигать можно. Ух ты! Можно положить. Вот, интересно, дальше что у нас там? Время уже 5 минут, мы... А, мы домой, наверное, пошли? Подожди! Что это было? Не, давайте... Пойдем. А, нужно выключить свет, а то больше снова будет орать. Ну, давай. А я как должен идти-то? Ну, давай выключим. А как идти-то? Прежде чем выключить компьютер. А я же выключал компьютер-то. Или еще нет? Компьютер. Это в окно? Алло. Прикольно. Подожди. А я могу окно открыть? Опа-на! Вы это видели? Ты кто? Ребята! Это кто? Это, а я знаю, кто это. Это, оказывается, кто? Кто-то, вот. Ну все, валим. А если выключить свет и подойти к окну? Чё ты там делаешь? Вы видели? Бугимен. Ёп, это в натуре бугимен. Так, я уже 6 минут шарюсь. Можно я выйду? Во. А мы где? А, иди домой. Ну хорошо, а это что? Мы вообще где, в поезде? Садись в лифт. Ха-ха-ха-ха! Прикольно! Чё, на каждой двери, серьезно? А? Садись в лифт! Ого! Это что за администрация такая? Садись в лифт! Ну ладно, пойдем, садись в лифт. А можно попить водички там, нет? О, у меня же четвертак есть, что это? Осмотреть. Пойдем с бутылкой. А мы... О, во! А это кто? Садись в лифт. Открывай! Я видел, что ты насрал здесь. Вот, ребята, кто-то там нагадил, а нам надо идти в лифт.
А зачем на двери, на каждой двери написано «садись лифт»? А, у него такой идет. А, куда я иду? А, я не пойму. А, садись лифт. А, точно иду. А, что? Куда надо? Садись в лифт. А, все ясно. Надо лифт садиться. Вот, мы на 9-м этаже, получается, да? Или нет? Или лифт на 9-м этаже? Сейчас посмотрим, на каком этаже лифт. А, он здесь. Мы на 9-м этаже в лифту. Вау. А там кто-то кого-то убил. Туда можно сходить? Нет? Или надо только в лифт идти? Так, кал, звонок. А, мы на 1-м, на 0-й. Давай на 1-й поехали. Ждем. Чего? Ого, какой лифт. 6, 5. А мы, надеюсь, правильно едем. Почему 4? А потому что кто-то еще вызвал. Ага. А зачем мне 4-то? Алло, мне надо... Чё? Чё? Подожди, мне на 1. На 1. На 1. Я победил? На 1. Три. Ну, вроде пока нормально, прям. 2, 1. Что, куда? Я чё, в небо, что ли? А можно позвонить? Кал! Оператор, я вижу, что лифт застрял. Сейчас я попробую что-нибудь сделать. О, так тут еще работает. Кал работает. Оператор, у меня кал валится. Наверное, так. Оператор, не пытайтесь, что не пытайтесь. О. Чё не пытайтесь? О. Глаз. В натуре, ты чё тут делаешь? Серьезно? Оператор, ты что ли? А этот? О! Здорово! Это снова я! Я вижу, кажется, лебедка заклинила. Попробуйте ее разобраться. А ты кто? А, оператор? Какая лебедка на 1-м этаже? Алло! Глаза! Ребята, серьезно? И долго ты будешь разбираться? А, глазастый. После того, как я закончу здесь, я должен перезапустить генератор. Подожди! Я не успел прочитать, ты что так быстро говоришь, говорящая голова? Здорово! Здорово, оператор! Поехали домой! Я уже здесь заждался! А на глаз можно нажать? Ну и когда ты закончишь? Чё? Музон включил зачем-то? А если вам надоела музыка, вы можете ввести код 5 шестерок, тогда музыка становится. О, хорошо. Раз, два, три, четыре, пять. О, нет. А! Что? Глаза! Глаза, спасите меня! Мы едем? Ух ты, мы вниз! А куда мы вниз-то? Мы же... Мы чё, на 4000 метров были? Вы серьезно? А можно стоп нажать? А как я чё это? А я могу вылезти? Технический этаж, ох ты ё! Ну хоть где-то вышли. Пойдем по лестнице. Это что, лифт? Так, лифт нам не надо. Ступеньку дайте нам. Это хоррор? Ужасный хоррор. О, пу-пу. Ага, запустите генератор. А где я возьму? То есть мне сейчас идти надо... Ну, пойдем. Комната отдыха, генератор там. Ага. То есть можно отдохнуть, а можно сходить генератор завести. О, открыли дверку, спасибо.
Ну это же естественно, что нельзя открыть, потому что надо сначала отдохнуть. Правильно? И как здесь так случайно? Комната отдыха, генератор с другой стороны. Ага, там темно. Может пойдем туда? Сходим. Тут хоть кровь есть. А как нам в генератор-то добраться? И чё, а фонарик-то дай? А, тут всё, тупик. Нормально. Прогулялись. Лисси. Пойдём в комнату отдыха. Ау, фонарик дайте. Куда-то идем? Или не идем? А, тут дверь! Открывай! В общем, пойдем к генератору. Какие-то странные тут все. Нет никого. А как нам? Мы оттуда пришли. Как нам генератор-то открыть? Ёпрасте. Какие сложные загадки-то. И чё, мне обратно наверх идти? Ту-ту-ту-ту. И что? О, это что? Чё-то я вообще понять не могу. Это что такое творится-то? Это лифт или что это? Ну там лифт. Это понятно. Вот он. Да? Открывай! Запустите... Как я запущу генератор, если я попасть в генераторную не могу? Или мне надо все двери потыкать? А вообще, есть изображение такой четкости там, чтобы видно было все хорошо или так намулено будет? Как открыть-то её? Вот так. Don't play around. Пошли, короче, искать комнату отдыха. О, это что? А, мы закрыли дверь? Какую-то? Или что это? А, во. Отворяй, гадина! Мне генератор нужен, дай ключ! Чё не открывает? Есть глаза. Нет никого. Комната отдыха прямо. Всё. Всё прямо никак. Налево, направо. И где комната-то? О. Открывайте, блин! Там вода где-то шумит. То есть в комнату отдыха тоже не попасть. Я так понимаю. Здесь тоже, по-моему, ничего нету. Вот, ребята, короче, кто играл в такую интересную игру, где надо много-много думать, напишите ко мне в комментариях.
полностью все, а не вот. Подожди. Че я обратно-то поднялся? Вот. Подожди. Вот, сейчас я не понял, ну-ка. Давайте-ка посмотрим. Генератор. Мы здесь были или нет? Да, здесь мы, по-моему, были. Да, значит, нам в другую сторону. Так, вот сейчас уже интересно становится. Так, идем сюда. Так, идем сюда. Так, так. О, идем сюда. Комната отдыха, жесть. Генератор там. Только где он? Где он? Че здесь? Я не вижу! Темно! Так, ну здесь пройти... Во! Это что? Отключили пар, правильно? Так. Вот это... Сейчас вообще неожиданно было, как мы сюда попали. Я ж тут заблужусь. О! О! Барам-пам-парам-пам. Это что? Во! Это кто-то стоит? Или мне кажется? Это кто-то стоит, или мне кажется? А можно как-то нажать кнопку? А, подожди! Ты куда делся-то? Он ушел или что? Куда делся-то, Я так и думал, что не надо отворачиваться. Слышите, да? Сейчас. Чё, тут тоже закрыто? Ну, пойдем в другое место. О, сколько тут ходов-то! Так. О, тут дверь. Это чё? Пожрать есть что-нибудь? Чё? А, упырь, как тебя вы... О, это что? Да подожди ты! Я что-то сделал. О, видали? Открылась. Или закрылась. А как его можно убрать как-нибудь? Во! Чей-то? А может что-нибудь уронить надо сюда? Чё? Подожди, а где... Мы можем выйти где-нибудь? Чё так все красно-то? А мы чё, выйти не можем теперь? А вот дверь. О! Во как! Во как! Так, тут... Пар, нам, значит, где-то колесо надо открыть. Закрыть. Где-то я видел колесо. О, о! Здорово, чувак! Если тебе нужны монеты, посмотри у Минчела... А ты кто? Вообще?
Алло! В шкафчике. А где Митчелл-то? Монеты какие-то. А генератор ты кто вообще? Генератор можно запустить как-нибудь, а? Шкафчики у Митчелла. А где Митчелл-то? Нету его. Он в отпуске, наверное. Подожди, мне надо закрыть как-то. Где перекрывается там кислород? Может, здесь где-нибудь? Вот это можешь? А я пока не понимаю ничего. Шкафчик у Митчелла. А где я возьму-то шкафчик? У Митчелла. Эй! Вот, ребята, вот такая прикольная игра. Пойдем обратно. Понравилось? Да! Молодцы! Подписывайтесь на канал. Вступайте в группу ВКонтакте. С вами Клевер. Всем пока. Шкафчик Митчелла. Где Митчелл-то? Эй, ты куда свалил опять? А может, я сейчас пройду там? Ага, пройду, блин. Там никак. Ну чё, пока? Всем пока! Подписывайся на канал, вступай в группу ВКонтакте, с вами Клевер, всем пока! И напишите... Чё, тебе помочь? Или нормально? А можно кнопку? Можешь кнопку ту нажать? Может, она сработает что-нибудь, а? Нажми на ту кнопку, чувак! Митчелл? Чё? Он говорит, я не могу, спаси меня! Я тоже не могу, потому что я сам не знаю, что надо делать. Поэтому всем пока. Та-ра-та-та-дам!